я почему-то про себя думаю так, что это работа моей жизни, потому что очень много наработок на именно на материал, на африканский материал, а здесь афро-амазонский материал. Еще с каких-то 70-х годах это Эфиопия, Аддис-Абеба, это Мадагаскар, Антананариву, это Ангола, Сомали. Все, ездил, собирал материал молодым спортивным человеком. И много наработок. Была территория джаза, африканская тема. Было что-то еще, много этюдов, много работ, много номеров африканских. А здесь спектакль. Вот, чтобы выдержать настоящую Африку, это не обязательно, это вот такой долбеж барабанами. Это должно быть Африка, это очень вкусовая страна, вкусная страна. Обожаю ее народ, обожаю ее людей. Сегодня, кстати, будет Дидон Джи, наш специальный гость из Камеруна. Вот схожу с ними моментально. Вот увижу афроамериканца или африканского человечка, просто меня как магнита тянет к нему, понимаете? Обожаю этот народ за музыкальность, за особую антропометрию, за особую пластику. Какое сочетание головы, плеч и какое сочетание вот этого босикового степа. Это просто изумительно. Всегда вот это меня поражало и всегда вот тянуло именно в эту экзотическую страну вот, и работать вот с этим экзотическим материалом. Должна рассказать, откуда я, это будет долгая история, но я постараюсь покороче. Ну, там я с Камеруна, да, но это в Африке. И я рэпер, я занимаюсь уже рэпом уже сколько лет, 13 где-то так, да. И уже давно выступаю. Ну, сейчас у меня как будто это как новый челлендж. Да, это как новый челлендж. У меня здесь должность, это не так, как рассказать свою историю. Камерун. Красноярск. Yeah.
Calais, résoudre de nos ancêtres. En Afrique, là-bas, pas besoin de rire pour être riche. La tête de nos pères, la nature de nos mères, sont les dents des ténèbres, nous battaient. Réfléchissent comme des panthères, nous matins, on des cœurs, pas comme certains qui, à la place, on des pierres. Слышала, но никогда не посещала. Я очень об этом жалею, потому что это очень высокий уровень, мне безумно нравится, и, наверное, впредь я буду посещать все их спектакли. Я сама занимаюсь в детской студии, и просто я сюда прихожу вот таким вот. Я просто рада, когда попадаю на их концерты. Мне безумно понравилось, на самом деле. Мне очень понравилось, как они передали атмосферу вот Африки. Вот все вот эти вот движения, вот этот вот кач. Я сама занимаюсь танцами и немножко интересовалась именно африканской культурой. У меня знакомые этим увлекаются, и это просто потрясающе. Потрясающие костюмы, потрясающие люди танцуют. Вот эти вот улыбки на лицах, они изумительные. Я, на самом деле, первый раз на Терешкина попала сегодня, и я в восторге. Вот примерно вот так. Zombie, 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 z